Холода вступают в свои права. Это нелегкий период как для машины, так и для водителя. Какие запчасти следует заменить уже завтра? А что может потерпеть до сильных морозов? Как подготовить свой автомобиль к новому сезону? Смотрите в сюжете. Первые холода всегда застают врасплох автолюбителей. Крыши машин уже покрываются инеем, да и заледенелая дорога таит в себе угрозу. Поэтому работники СТО предупреждают, готовить машину к холодам нужно уже сейчас. Первым делом необходимо поменять резину при подготовке автомобиля к зиме. У автовладельцев есть еще время прикупить зимний комплект резины. Синоптики говорят, что только в середине ноября начнутся настоящие морозы и гололед. Ноябрь у нас ожидается холоднее, конечно, поэтому надо уже в ноябре месяце всем автомобилистам летние шины менять на зимние. Современные автомобили неплохо переносят холода, но есть мелочи, которые изрядно портят нервы владельцам машин. Например, машина не завелась с первого раза. Для того, чтобы машина в холода хорошо заводилась с первого раза, необходимо проверить состояние свечей. Мы проверили свечи в этом автомобиле. На данных свечах есть нагар. Поэтому необходимо поменять. Совсем скоро дороги начнут посыпать реагентами, а значит вся грязь полетит на лобовое стекло. Если в бачке омывателя до сих пор вода, то в холода она превратится в лед. Поэтому пора заливать незамерзайку. Стоит сменить и стиль езды. Забываем про газ в пол, резкое торможение и опасные маневры. Ездим спокойно и размеренно. Ведь даже короткий участок обледенелой дороги приведет к заносу и неприятностям. Первые заморозки еще не зима. Но, как говорится, готовь сани летом. Яна Пучкова, Руслан Хасанов, Новости Ревю.